самого утра назаровские механизаторы уже в поле. С помощью такой машины аграрии одновременно и пашут, и сеют. Говорят, торопятся, нужно все успеть. Этой весной уж слишком непостоянная погода. А это трактора на ферме Шушинского района перегружают зерно, чтобы, как позволит погода, сразу выйти в поле. В этом году, говорят сельчане, она немного подвела, но специалисты уверены, наверстают упущенное. Сейчас по понятным причинам погоды мы приостановили полевые работы. Однако работа над техникой не прекращается. В планах у нас посеять еще 4000 гектаров кукурузы. Также мы планируем в этом году посеять новые для себя культуры, как сорго сахарная, досевать наши многолетние травы на сенаж. Из-за погоды посевная кампания в крае началась в конце апреля. Но тем не менее план выполнен на 45%. Это зерновые, зернобобовые, рапс, овощи. Некоторые специалисты считают, прошедшие осадки даже пойдут на пользу. Накопившаяся влага должна помочь сходам. Кроме того, проблем не возникло ни с семенами, ни с ГСМ. Финансовую поддержку аграрии получают от властей, а это более 6 миллиардов рублей. Мы обеспечены кадрами, обеспечены полностью посевным материалом, а это 223 тысячи тонн. 99% мы обеспечены за счет собственных ресурсов, 1% мы покупаем семян, это связано с сортообновлением. Для эффективной работы приобретена и сельхозтехника, машино-тракторный автопарк серьезно обновили в прошлом году. Сейчас земледельцы также покупают новую сельхозтехнику. Специалисты уверены, что в прошлом году собрать рекордный урожай зерновых и побить рекорд по урожайности сельчанам помогли усердие, технологии в земледелии, погодные условия и, конечно, господдержка. В этом году природа будто испытывает аграриев на прочность. Сейчас ситуация выглядит прямо противоположным образом. Зима у нас была снежная, соответственно, весна затяжная. Есть плюсы из этого, они заключаются в том, что весеннее половодье было не столь стремительным, и мы проходим первый вот этап относительно нормально. Так называемая коренная вода, которая пойдет в июне, может еще создать проблемы, но тем не менее на этом этапе все более или менее прилично. По плану всего по краю до середины июня нужно успеть засеять более 30 тысяч гектаров картофеля, около 340 тысяч гектаров кормовых, 5,5 тысяч гектаров овощей. Аграрии следят за прогнозом синоптиков и верят в свои силы. Диана Хатяшвили, Алексей Фролов, Енисей. Новости.